главное, центральное предложение дня – это спортивный костюм Гелла, который займет самое лучшее место в вашем гардеробе. Причем, что мне лично нравится, это костюм на все 4 сезона. Яркий цвет, эффектный принт на флисовом костюме из хлопка, который позволяет создавать самые эффектные образы для дома, для спорта, для прогулок, для путешествий. Он настолько удобный, что вы будете носить его всегда. Я его просто обожаю. Прямой крой, свободный силуэт позволит вам скорректировать свою фигуру и стать еще стройнее. Вы будете спортивная, вы будете активная, вы будете ощущать себя супер подтянутой, тем более, смотря на то, что здесь у нас флис, то есть это утепленный, плотный, хороший костюм, поверьте мне, вы в нем будете чувствовать себя прекрасно. Ну и самое главное, сегодня костюм Гелла – это две вещи, и лучше цена 2999 рублей. Это уже образ. Итак, мои дорогие, мой выбор сегодня – светло-сиреневый цвет. Я обожаю, люблю, сразу хочется заниматься спортом в таком прекрасном костюмчике. Между эфирами я его даже не снимаю, он потрясающий. Обожаю прохладные оттенки. Мятный, очень нежный, очень красивый. Женщину в таком костюме хочется обнимать. И, конечно, вы получите удовольствие носить действительно с удовольствием этот костюм. У нас есть оливковый, чуть-чуть темнее мятного, поэтому подумайте, какой цвет сегодня выберете вы. Мне очень нравится винный, бордовый, насыщенный, такой ягодный цвет сегодня. Если это ваш выбор, торопитесь. Светло-серый цвет, посмотрите, самый универсальный оттенок данного костюма. Мне очень нравится меланж, темно-серый цвет, такой графитовый. Ну и, конечно же, куда мы без черного костюма? Две вещи, посмотрите. Ах, какая киса, какой гепард. А гепард – это символ цели, которой вы достигаете. Посмотрите, кошка, которая гуляет сама по себе и очень-очень милая. Итак, посмотрите, я готовилась к эфиру, я выбирала разные цвета, везде идеален этот костюм. Куда бы вы ни поехали, какой бы цвет вы ни выбрали, он сегодня по цене 2999 рублей, поэтому выбирайте, занимайтесь спортом, ездите в путешествия, сидите в машине, вы будете получать удовольствие, выбрав сегодня этот костюм. Ну и самое главное, мои дорогие, смотрите, у нас с вами представлена размерная линейка 50, 52, сдвоенный размер, его выбираю сегодня я. Дальше Оленька выбирает 54, 56 посвободнее и 58, 60. Я бы, если вы любите свободу, я советовала бы вам выбирать плюс один размер, чтобы он был свободнее, чтобы вам было комфортнее в нем. Если вы хотите такую посадку, как на Оленьке, у нее 54 размер, выбирайте 54-56. Чем мне нравится он? Удлиненный вариант здесь у нас именно свитшота, такой очень плотной, хорошей курточки, которая на флисе. Смотрите, вариант 64 сантиметра у нас с вами, да, то есть у нас хорошая длина. Еще раз повторюсь, если вы выбираете чуть длиннее, для вас курточка будет как на мне, вы можете ее вот так присобрать, посмотрите, да, то есть для спорта, допустим, если вы занимаетесь спортивной ходьбой, теннисом, абсолютно на все сезоны, но еще самое главное, вы посмотрите, нежный флисик изнутри, а мы знаем с вами, что свойства флиса, они необыкновенные. Он легкий, он теплый, он износостойкий, он дышащий, вы можете надевать на свое нижнее белье или пододевать туда маечку. Он гипоаллергенный, он абсолютно эластичный, он не впитывает запахи и здесь не образуются катышки. Посмотрите, какое высокое качество вашего костюма, мягенький и хороший. Но еще я хочу сказать, мои дорогие, посмотрите, я специально пододела маечку, чтобы вы видели, насколько хорошая посадка у нас в наших брюках, да, то есть вы прячете животик, посмотрите, да, то есть вы спрятали животик, вы надели благодаря эластичной ленте на талию, вам комфортно, вам удобно, здесь есть карманы, вы можете надеть просто, допустим, брюки с какой-то кофтой или джемпером, вы можете надеть просто костюм или разбить эти две вещи, куртку носить с джинсами, к примеру, брюки носить с любой кожаной курткой, плащом или платьем, самое
самое главное сегодня успеть. 2999 рублей ваш спортивный образ. Мне нравится, что здесь есть у нас капюшон, то есть вам не страшен будет дождь или первые заморозки, и вам будет комфортно всегда. Посмотрите, Оленька какая хорошенькая, теплая, уютная, так и хочется ее обнимать, вас будут обнимать. Любимые люди, 2999 рублей, скидка при оплате банковской карты, еще 5%, торопитесь, выбирайте, цветотерапия настоящая. Ну и кстати, вот сейчас многие телезрительницы скажут: Леночка, да мы знаем, спортивные костюмы любят голливудские звезды шоу-бизнеса, я его люблю. Для меня вообще, знаете, честно, спортивный костюм — это правда палочка-выручалочка, потому что я очень активная, у меня много дел, естественно. Вот у меня сейчас ребенок поехал на спортивные сборы. Что вы думаете, она взяла? Она взяла утепленную жилетку и спортивный костюм, поскольку, да, спорт в ее жизни присутствует максимально. Я понимаю, я иду собакой гулять, я еду за город, я еду на дачу, я надеваю спортивный костюм. Если на работе нет дресс-кода, вы надеваете спортивный костюм, и что мне нравится? Смотрите, я могу закатать рукава, то есть при этом я могу работать в зале, в спортивном зале, да, если, к примеру, я в том обществе, где любят именно активный образ жизни. Оленька сейчас оставила полностью длину рукава, когда на улице прохладно, вы надеваете куртку, пальто или плащ. Этот спортивный костюм, поверьте мне, он может стоить 5-7 тысяч рублей. Абсолютно точно, он плотный, он на флисе, он не просвечивается, он не вытягивается. Поверьте мне, это очень хорошая цена. Вот у нас сегодня Юлия Книп из города Выборг говорит о том, что на мой размер такой костюм по такой цене в магазине просто невозможно найти. Это действительно так. Поэтому, мои дорогие, занимайтесь спортом, будьте активны, будьте всегда прекрасны. И не забывайте, что это не простой спортивный костюм, а он сегодня и со строящим эффектом. Обратите внимание, стройность именно за счет лекала, правильного дизайна, правильных плотных, красивых, густых оттенков. Ну и, кстати, вы видите сейчас на ножке у нас разлегся гепард. А гепард – это всегда символ достижения целей. Это такая кошка, которая не просто гуляет сама по себе, а которая будет вас всегда вдохновлять. Спортивный, красивый, достойный костюм. Мой выбор сиреневый, есть мятный, есть вот такой красивый оливковый и бордовый, есть светло-серый, просто темно-серый цвет и черный. Выбирайте вместе с дочкой, выбирайте вместе с подругой, выбирайте и будьте активны всегда. Главное предложение дня по цене 2999 рублей. Обожаю спортивные костюмы по такой цене.